Закрыто, нет? Вот они колбаски. Они красавицы, мюнхенские колбаски. Мы их будем жарить не на решетке, а вот в этой штучке. А на решетку ее положим. Для чего? Они все соединены, 6 штук, чтобы лучше было переворачивать. Раз вот этой штукой, оп, и перевернул. Вот, поэтому будем в этой жарить. О, ски. Ух. Красота. О, процесс пошел. Аллилуйя. Пусть пока полежат вот здесь. Тут побольше огня. О, а потом мы их... Ой, какая красота будет сейчас. Розы очень красивые. Black Baccara. Ой, какая красота. Тут еще не совсем, а тут уже практически готово. Красотища. И сейчас немножко так вот распространим, чтобы с той стороны, чтобы на перце хватило места. Это у нас как-то... А тут какая красота. Гутен аппетит. А это не менее аппетитно. Как вам такое соседство? Несу. Рин, открывай и раскладывай по тарелочкам. Ты ж меня научи еще открывать. Так, классно там открывается все. Рукой помогай, ничего страшного. Еще даю. Три. Три. Ох, какая красота. Ой, какая красота. Наша елочка встала. Ай, как вкусно будет. Классика. Пойдем пока не горяченькие. Все, перчик есть, колбаски есть. Даже перец вот есть, горький перец есть. Вот. И плюс виноград. Ай-яй-яй-яй-яй. Приятного аппетита. Вот, сейчас и я рядом сяду. Пока. Всем наслаждаться вкусным обедом. Спасибо.